Татьяна Арабаджи. Так, глоточек чаю. Разговорился? Так, Валерий Константинович. Вот, так, кстати, то, что я говорю, помните, там у нее и это самое, у Ефимовой там при корневой отводке, про них отдельно поговорим, это важнейший момент, но не подошло время. У меня все буквально обижаются. Почему на вебинаре мое письмо, почему не ответили? Вот, и только сверстаешь вебинар, и пошло. А я хочу. А по телефону на пальцах объясни-ка. Итак, Валерий Константинович, пришлите, пожалуйста, каталог Черенков на 2020-2021 год. Внимание! Заказывал у вас черенки яблонь, груши и абрикоса. Все прививки пошли в рост. Абрикосы выросли за лето до 2 метров. Вот заказывала Королевский и Академик. Выглядит шикарно. Кстати, вот он, Королевский. Вот. Ну что, вот. Сейчас получается так. Письмо праздника для меня. Ну как не радоваться? Вы знаете, что на них уже, раз она выросла, а они однолетние, но им 2 метра прироста, да? Вот. На них уже точно 100% в цветочной почке. Да знаете, сколько их, когда 2 метра? Там на каждом метке их сотни. Цветочных почек. На каждом метре. Итак, яблони не очень высокие, 50 сантиметров, но очень крепкие. Ну, что еще надо? Для яблони зависит от подвоя в основном. 50-60 вполне прилично. Вырастила абрикосовые подвои. Очень хорошо взошли манжурцы. Ну, и здесь плюс. Видите, она не только поливать умеет. Здорово. На манжурце нужны подвои. А куда вы денетесь? Я всех вас на иглу посадил. Извините за такое сравнение. Вот. Тут, только тут она пишет подвои, а я в скобках. Видимо, привои. Так же. Косточки на посадку в этом году еще есть. Я их делю. Сажу не все сразу. А вот привои нужны. А еще у меня есть один феномен. Ваш феномен. Но как прислать фото, не знаю, не умею. Это заказ был 6-й. Были книги, семена, черенки. Вот. Что я пишу? Верная дорога, дети, товарищ. Но где ваши фото? Ведь вы представляете, для меня это дикая обида. У нее феномен, то есть где-то что-то из моего не совсем правильно, а или наоборот неправильно, или вся страна неправильная, а у нее правильная. Вот. Где фотографии? Это уже третий вопрос. Еще только начал вебинар, уже у третьего вопроса. Где фотографии? Вот. Как прислать фото, не знаю, не умею. Я всегда говорю, если женщина говорит, это, к соседу, к любовнику, к брату, ко второму соседу, третьему соседу. Если девятиэтажка, на 8 этажах умеют, кроме вас. Ну, пожалуйста, это. И, наконец, заказ будет 6-й. Были книги, семена, черенки. Значит, скидка на, я делаю только на семена. Книги, они не совсем мои. Там моих денег вот столько. Так. Скидку не могу делать. Черенки я калечу деревья. Вот, поэтому 150 любому из вас прошу. Вот делал скидки, но заказов было меньше. А в этом году, видите как, куда вы денетесь. А семена, да, скидки. Если вы заказывали, у вас 6-й заказ. Если семена вы заказывали 4 раза, у вас будет 40% скидка. Без обмана. Если 2 раза, 20%. Вот. А так что 6-й заказ, может быть, поэтому 50%. Но на семена. Так, где ваши фото, Татьяна? Вот. Иногда редкий случай, один из тысячи. Знаете, что творится в Ахханале какая? А, знаете. В Яндексе и прочих. Пробовала белить стволы раствором извести. Но это вещество очень едкое. Не зря же ею дезинфицируют помещение, чтобы убить грибок и микробы. Кора после такой обработки сгорает, и дерево чахнет. Впервые, ура, слава, это, нашелся человек, а это я из интернета, я не пропускаю такие вещи. Впервые, господи боже ты мой, сбылось, что нашелся еще один человек, которого это. Или мы вот с, это самое, с этим человеком, с этой женщиной, два дурака. Или все садоводство, дураки, не ведают, что творят. Пробовал я и более радикальные меры, чтобы справиться с такой напастью. Отчаявшись,
купила яд против грызунов, разложила на участке. Когда через некоторое время увидела на своем огороде мертвых птиц, просто пришла в ужас и поняла, что такой способ борьбы с полевками уничтожит и ни в чем не повинных существ. Про пользу пернатых известно даже детям. Птицы уничтожают вредных насекомых. Вы думаете, все знают? Уже забыли, что такое скворечник. Мы скворечники в школе на уроках труда городили. А сейчас что? Так вот, что положительно влияет на урожай. Вот тут, правда, разрыв получился. Ну ничего. Так вот, значит, насчет мой опыт борьбы с полевками. А куда деться? Они мне уничтожали сотнями. Это все та же бутылка. Бутылка расширена горло с таким расчетом, чтобы туда мышь пролезла, а птица нет. Вот. Вот одна. Нашел одну. А это у меня прикопаны эти самые сибирки. Вот так обрезаны и прикопаны. Кстати, вот посажены, и ни одной мертвой не будет. Уж они-то, уж они-то, вон они, это уже другое время года, да? Уж они-то никогда не замерзают, никогда не болеют. Так, теперь эта Татьяна Александровна Железова, она же раскладывает тоже учебную фотографию. Почему здесь? Знаете, я замечал, летует по окраинам питомника, именно потому, что вот тут они живут. С той стороны там картофельное поле, им негде жить. Здесь, видите, не травинки справа, а вот здесь они живут. Вот здесь мы их и травим. А куда деваться? Пробовал я еще вот так, но я эффект, ну то есть ничего не сожрали, но польза или нет, то есть брал это, на куски старый шланг разрезал. Мыши очень пластичные, они могут вот такую дырочку залезть, вот как толщина вот этого, даже меньше. Вот, и я насыпал, с одной стороны затыкал по-простому тряпкой, насыпал туда этот самый отравленное зерно и раскладывал. Ну, эффект не знаю, помогли, не помогли, я сейчас не знаю. Ну, на всякий случай. Так, Татьяна Н. Еременко, город Ангарск. Татьяна Николаевна Еременко. Ага. Огромное спасибо за ваш труд и приобретенное знание. Как я вас узнала? Внимание! Смотрите, докуда дошло мошенничество. 2 года назад я купила дом в Аларском районе, село Табарсук. По всей трассе, почти до города Черемхова, продают фрукты и какие вкусы. Настоящий лучший магазин. Это было открытие. Спасибо за комплимент, уважаемый Татьяна Николаевна. Только это не мои фрукты. И они не лучше магазинские, а те же магазинские. То есть те же самые Средней Азии. Вот, те же отравленные, те же 40 обработок. Вот, это мы проходили на трассе Абакан-Минусинск-Красноярск. Тоже продают, и называют их железовские, только причем круглый год, и это самое. И у них выхода нет, они сейчас вынуждены выдавать за местное. Люди, наконец, когда-то было наши 5-10 раз дешевле и морду воротили. Я про яблоки, да? Вот, а пришла, а чем эти импортные? А импортные, помните? А там, допустим, а ладно, сорта не буду называть. У нас сейчас самих такие есть. Вот, короче, завидовали, какие они крупные и вкусные, и всю зиму лежат. Но мы не знали. А теперь-то мы все знаем, что они отравленные, так? Отравленные. Вот. И теперь люди морду воротят, а они теперь говорят, нет, это наши, кстати, сибирские. Где? У кого? У Железова. А у Железова? А он продает с десятками тонн, представляете? Вот. Вот это вот результат нашего невежества. Просто невежество. Так что, Татьяна Николаевна, спасибо за комплимент, но не пригодился.